Добрый день, дорогие друзья! Топ-сад, посадка томатов в мае 2021. Итак, пришло время высаживать томаты. Весна была у нас в этом году непредсказуемая, поэтому все это дело затянулось. Ну и вот сегодня мы высаживаем томаты в теплицу. Используем удобрение Organic Mix для пересадки и рассады. Вот некоторые уже томатики посадили. Вот. И сейчас мы посмотрим, как у нас все это дело происходит. Тем более, что посадка наконец состоялась, иначе у нас вообще было бы возможность посадить их чуть ли не в октябре. Такая запарка и напряженка с посадкой. Так, процесс посадки. Да. Итак, мы сделали с вами лунку. Вот удобрение Organic Mix. Вот эта мерная ложечка 20 грамм. Сначала лунку я проливаю, потом насыпаю. Ну, где-то, да, может быть, половина в лунку. Вот. И теперь вот томаты у нас из стаканчиков. Майкл Полан. Так получилось, что... Когда сажали семена, они не очень были хорошие, и я 3 томата посадила в 1 стаканчик. Ничего не везет. Вот, и так я их посажу, буду сажать в лунку. Вот очень удобные стаканчики, они, с видите, донышком. С донышком, вот снимается. Крючочки покажи, дно покажи. Вот. Дно. Корневая дно, система. Дно. Засаживаем. Да. И сейчас мы вот в этой лунке, ну, давай, клади, будем сажать. Посадили. Все 3 томата сажаю. Ах, тут 3 штуки даже. 3 штуки. Это... Дальше делаю вот такую бороздку, ага, кругленькую, траншейку маленькую. Готовку. Вот сейчас засыпаю оставшиеся удобрения. Это что, гранулы. Органик. Это что дает? Organic Mix. Это для лучшего развития корней. Вот. Томатик посажен. И сейчас мы его проливаем. Да побольше лей, не жалей. Так, и теперь посмотрим. Сюда показываю. И теперь посмотрим, что же у нас входит в удобрение Organic Mix. Ферментированная мука бобовых, рыбная мука, рыбная костная мука, мука люцерны, водоросли морские, аминокислоты, витамины. То есть состав у нас просто прекрасный. Сумасшедший, объешься, объешься. Да. И будем наблюдать дальше за этим томатиком. Ну, вернее, тут 3 штучки, как они будут развиваться. Не стала я их разделять, пусть растут и радуются. Ну, вот этот томат у нас в теплице, которая называется в теплых грядках. Там у нас контейнеры находятся. Вот видите, здесь поддается воздух, аэрация происходит корней. И томаты мы собираем до 2 килограмм. А тут заодно растет у нас и киви. Настоящее родное киви. Одно другому не мешает. Канал Топ-сад рад помочь, господа, вам в ваших делах творческих. Развивайтесь, приносите новые технологии в сад и огород. Подписывайтесь на канал Топ-сад. Будем рады встретиться с вами на наших с вами огородах и в интернетах. Удачи на даче вместе с томатами в придачу.